Я когда узнала, что это здание будут сносить, мне больно, потому что оно все равно историческое. Тут выступали многие деятели, и оно просто красивое, оно украшает эту улицу. Уже столько снесли в этой Москве. Тут одни дома эти такие, тут какая-то своя инфраструктура. У нас тут вообще мы тут как-то прижились. Мы столько внесли тут, украсили все это, сделали таким, ну, как бы художественным местом, сюда привели зрителя, и мне очень больно. Вообще, как можно сносить что-то хорошее, историческое, настоящее? Вот я очень огорчена, и наш театр, я считаю, весь огорчен. Нам говорят, что нельзя, что это место куплено, но неужели нет других мест в Москве? Это действительно как бы здание, которое имеет право быть, жить, и оно нужно этой улице, этим людям, и вообще москвичам. И поэтому я не знаю, я считаю, что это просто преступление, очередное, очень сильное.